Доброе утро! И нашли сейчас по дороге вишни. А Лара, конечно же, знаменита своими фруктовыми садами. И вот сейчас прямо перед вами я попробую попробовать вишню. Так. Очень вкусно. Они немножко вяжущие, но прям сладко-кисленькие, прям как все, как я люблю. Вот у нас, по-моему, это белая черешня. А во Франции это называется вишня, все вишня. Вот так, так что сейчас будем пробовать. Le temps des cerises, вишня. А где для нас все? Это называется Лавуах. Это место, куда раньше приходили деревни, чтобы постирать белье. Вот так оно выглядит. Смотрите, здесь вот такая живописная деревенька. Очень спокойная, тихая. Вот так выглядит дорожка. Лара на велосипеде. Вот, а вот так выглядим мы. Послушайте. Souriez, vous êtes filmé. Bonjour. Bonjour. Un petit mot. Очень красиво, фантастически красиво. C'est quoi à côté là? C'est quoi ça? Пшеница, наверное. Не знаю, я такой ноль в этом. Но это просто такой цвет, мне хочется плавать. Мы пришли в ресторан, потом обязательно поставлю локацию. И вот тут так очень-очень красиво. Я уже начала есть, и только потом вспомнила, что обязательно должна вам все заснять. За клубникой, слушайте, тут кошмар вообще, заросли целые клубники. Себастьян. Вот, вообще фантастика! Сколько ж тут клубники! Вау! Очень вкусная клубника, всего за 3,80 ей можно вообще объесться, фантастически, это ничего не стоит, всегда можно приехать, и обязательно, если вы видите во Франции такие штуки, приезжайте, собирайте клубнику, вишню, ешьте ее прямо с полей, а наоборот, люди не справляются с такими объемами клубники, вы им только помогаете. Bon appétit! Слушайте, это просто бомбическая клубника. Вот, вот сюда. Все просто приезжайте. Приезжайте в Луа. Нет, окей, не приезжайте сюда. Нет, приезжайте вот, вот. В общем, потом вам найду локацию, поставлю. Это очень вкусно. Это просто бомбическая, настоящая бабушкина клубника. Вот так. Все. И здесь клубнику. С великолепным мостом 18 века, аббатством 12 века, совершенно невероятной церковью.
Ну и вообще просто это приятный, спокойный город, где можно провести один день. И где мы остановимся на эту ночь. В общем, наш второй день этапа Луара на велосипеде заканчивается именно здесь. Я очень советую вам приехать в этот невероятный город. Видите, у меня слепит солнце закатное. Это очень приятно. На мне новая юбка, я не буду скрывать. И это очень приятно. Я чувствую себя очень романтично. Хочется сочинить какое-нибудь стихотворение про Луару. И хочется рассказать вам, на самом деле, перенести вас сюда вместе со мной. Ну, я надеюсь, что вы уже перенеслись со мной на Луару. И до встречи вам в третьем эпизоде. Non, non, mais je sais pas, elle me regarde pas bien.